ресторан Бальмон или как-то так. Я здесь первый раз, не знаю. 120 кадров в секунду. 4К видос. Указатели. Холодно, пипец. Реально холодно. Какое-то место, а вот она, та церковь, кстати. Вон она. Просто минус 15. Поэтому говорю, что холодно. Все покрылось льдом. Смотрите, какой он. Все во льду. Здесь запахи, ребят, не поверите. Костра, шашлыка, чего-то еще. Запахи бешеные. Здравствуйте. У вас здесь очень красиво. А можно вот заснять вот этот дворик? Только если вы... А нет, просто заснять, заснять. Это внутренний двор, летняя веранда, наверное, да? Да. Как тут здорово, а? Классно. А как ресторан называется? Бальмон. Бальмон? Это в честь кого-то? Полководца какого-нибудь или еще чего-то? Музыканты. Ой, как скользко. Да, тут руки отмерзают на раз. Собачки, кошечки. Ребята, здесь холодно, пипец просто. Я влюбился вон в ту карету. Не так в трактор, как в карету. Вот это да, ребята, такой погоды, такой природы, таких метаморфоз, ледяного снега я еще никогда не встречал. Здесь прям прокат коньков, а это лед, ребят, оказывается, это лед. И это что-то типа льда. Бесплатная экскурсия по усадьбе Скорнякова в приложении Easy Travel. Вот по этому QR-коду. Смотрите, как красиво переливается все. Церковушка. Вот это да. Вещи. Кто это у нас тут? Кто там? Кто это? А вы кто? Простите, а здесь это записываются на регистрацию, нет? Здрасте.